Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня грандиозная игра, называется «Арена». Значит, так вот она выглядит и что она нам предлагает. Присоединяйтесь к величайшим полководцам в истории. Испытайте свои силы в масштабной экономической онлайн-стратегии в реальном времени. Станьте частью арены. Арена. Значит, здесь статистика проекта. Проекту 0 дней еще. Так, полководцев, участников 981 человек. Пополнено 31 тысяча. Пошли уже первые выплаты. И резерв проекта 29 794 рубля. 29 тысяч. Так, ну, я тут уже все зачитывать не буду. Партнерская программа 9.11% на вывод. Есть бонусы, квесты, заработок без вложений, конкурсы, серфинг. И почему я сюда зашла? Значит, здесь нет бонусов. Как обычно дают персонажа там у нас в обычных играх. Здесь такого нет ничего. Я лишь зашла потому, что надеюсь на долгосрочное сотрудничество. И здесь присутствует платежная система WebMoney. А как правило, WebMoney — это очень строгая платежная система. Она с такими хайпами и со всякими такими проектами она не сотрудничает. Так, так. Значит, есть группа ВКонтакте. Нажимаем и попадаем в группу ВКонтакте. Так, сейчас загрузится у меня. Я подписалась уже. Вот. Как бы. Можно поставить лайк. Так, возвращаемся в игру. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. На почту мне ничего не пришло. И вход в кабинету по имейлу и паролю. Я зайду в кабинет и посмотрим кабинет изнутри. Я только что зарегистрировалась и вот делюсь с вами информацией. Значит, так у нас кабинет выглядит изнутри. Значит, здесь наша вот статистика наша. Пополнить, вывести. Значит, на рекламу и обменник. Значит, здесь у нас будет доход в реальном времени. Значит, далее. Ну, это трейлер, как бы, от игры видео. Yeah. Здесь квесты. Давайте все по порядочку. Что у нас здесь? Кабинет. Здесь наши полководцы, которых мы будем покупать. Значит, вот. За 20 рублей цена первого полководца и полководец за 47 рублей. Далее 338, 873 и так далее уже по нарастающей. Это уже кто как хочет. Далее здесь будет моя армия отображаться. У меня еще ничего. Мои фракции. Далее, здесь у нас серфинг идет на вывод. Я проверила уже один серфинг. Мне денежка капнула на вывод. Так, мне долго грузит. Так, пожалуйста, серфинга очень-очень-очень много. Вот. Так, бонусы есть. Бонусы я еще ничего не собирала. Значит, чтобы получить бонус, нажмите на баннер. Давайте нажмем на баннер. Возвращаемся. Получить бонус. Получаю бонус. Так, новосчет для покупок. Зачислен бонус в размере 10 копеек. Так, 0.10, да. Бонусы. Ну, здесь наши рефералы. Партнерская программа. Значит,
Здесь будут отображаться первый уровень, второй уровень, третий уровень. Здесь наши рекламные материалы. Находится наша партнерская ссылочка. И идут баннеры. Такие вот баннеры. Баннеров очень-очень много. Далее, давайте вернемся в кабинет. Я пополню баланс. Я возьму за 47 рублей себе полководца. Значит, на покупки я пополняю. Пополнить. Так, перед пополнением баланса обязательно... Ну, мне еще нечего. Вот посмотрите, видите, WebMoney. Вот поэтому я и зашла. Я доверяю этой платежной системе, и она очень-очень мало с кем сотрудничает. Так, значит, 47 рублей я пополню. Так, перейти к оплате. Перебрасывать на платежную систему. Выбираю рубли. Подтверждаю. И далее по схеме. Я пополнила баланс на 47 рублей. Так, давайте теперь я пойду покупать полководца себе. Вот этого полководца. Купить. Покупка подтверждена. Так, далее что? Мои фракции. Что это такое у нас здесь? Так. А это ко мне не относится. Так, значит, что еще здесь у нас? Поддержка есть. Конкурсы. Конкурс для инвесторов и конкурс для рефералов. Далее есть настройки. Заходим. Что нам нужно сделать? Если кто хочет поменять пароль. И нужно, смотрите, установить платежный пароль. 8 цифр. Значит, мы нажимаем «Сгенерировать платежный пароль из 8 цифр». Ну, тут приведен пример. Так, установить, а далее выслать, можно сгенерировать. Так, и выслать данные на почту. Это нам, как я поняла, понадобится при выводе средств. Значит, и платежная система. Прописываем Payeer, Kiwi, Яндекс, WebMoney. Установить, установить, установить. Вот прописываем, нажимаем установить. Вот такая вот игра. Кому интересно, присоединяемся. Сейчас посмотрим. Вот у меня начало капать. Обратите внимание, денежка начала капать. Так, еще я что забыла вам показать? Квесты. Значит, смотрите, квесты. Принять участие. Это такие маленькие плюшки. Смотрите, вступить в группу ВКонтакте. Значит, вступите в группу проекта. Вознаграждение 1 рубль. Одноразовый квест. Сюда вставляем ссылку для проверки. Отправляем отчет. Далее, запись, видеообзор. Запишите видеообзор, вознаграждение от 50 до 250 рублей. Одноразовый квест. Сюда ссылку на видеообзор. Отправляем отчет. Нам дают, зачисляют бонус. Далее. Оставить отзыв на форуме. Значит, MMMPG. Вот форум такой. Отзыв плюс скрин выплаты вознаграждения 3 рубля. Многоразовый. Раз в 4 дня. И ссылочку для проверки. Отправить отчет. Сделать репост ВКонтакте. Сделать репост записи. Вознаграждение 50 копеек. Многоразовый. Раз в 3 дня. Отправляем ссылочку. Нажимаем отправить отчет. Вот такие вот плюшки. Ну что, теперь на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.